Если театр начинается с вешалки, то многоквартирный дом с лифтом. Программа замены старых лифтов действует в Чувашии с 2011 года. За это время было модернизировано более 180 лифтовых кабин. Многоквартирный дом по улице Кадыкова вошел в программу замены лифтов несколько лет назад. За это время были заменены лифты в 4 подъездах. Чтобы ускорить процесс установки лифта, на собрании дома было решено участвовать в программе софинансирования. 25% собираем мы с жильцов нашего дома. Это оплачиваем в течение 5 месяцев, эти лифты. Конечно, очень счастливы, что мы попали в эту программу по замене этих лифтов. Сейчас мы рады, что у нас ходят новые автоматически с программы. Достоинство нового лифта оценили и люди с ограниченными возможностями. Так, женщина-колясочница с 3-го этажа теперь самостоятельно спускается на улицу. Инвалидное кресло без дополнительных усилий проходит кабину. Новый лифт оснащен также голосовым оповещением для слабовидящих людей. Дарина Игнатьева, Расим Мухаметов, Республика.